1,3. А, 71,3 был. Да. Так, 71,3. То пусть развернется и лучше точно будет лично у нас. Хотя, наверное, хотя бы чуть-чуть подвыглубить, да? Конечно. Да вон, да, он. Я бы его бы еще переставил бы чуть-чуть подальше. В идеальных условиях, да. А дальше мы смотрим по боковому воду. Если бокового вода нет, все оставляем. Если вдруг у нас видно, что агрегат развернут по направлению движения, то чуть-чуть винты удлиняем. Там на каком отверстии стоит? На каком отверстии диск стоит? На каком отверстии диск стоит? Первый болт. Ну, болт, да. Диск вот это что тряснуло? Со скобой. Со скобой который? Пойди, Жень, посмотри, слышишь? Пойди, посмотри. Что там второй? Так? Это я просто предварительно, потому что так-то они немного по-разному всегда стоят. Посмотрим, как раз в обратную сторону будет обращаться.